А что для вас значит любовь? Ну, это что-то такое большое. А что для вас значит любовь? Любовь – это, как всегда, что-то, что заставляет сердце биться быстрее. Ну, когда у тебя есть близкий человек, который становится тебе уже как членом семьи, хотя ты не с ним родился, скажем так. Это как вот еще одна частичка тебя, в этом и есть, наверное, любовь. Ну, это такой, конечно, философский вопрос, но я думаю, что любовь – это взаимопонимание, поддержка близких, ну и половинок как друг друга. Доверие и взаимопонимание. Любовь – это уважение, прежде всего, с двух сторон, чтобы каждый любил друг друга. Ну, я считаю, любовь – это когда, люди любят друг друга, то есть каждый заботится друг о друге, понимает, делает все, чтобы было только лучше своей второй половинки. Угу. Любовь – это взаимоотношения между двумя людьми. Это в первую очередь верность и доверие, чтобы было к людям. Любовь – это поддержка, это взаимопомощь, это теплые отношения между людьми. Это взаимопонимание между двумя людьми. Понимание, верность, поддержка. Любовь. Любовь значит для меня, конечно же, много, но я ее пока еще не встретила. В первую очередь взаимопонимание друг друга, взаимоуважение и, не знаю, чтобы мужчина и женщина давали друг другу какое-то личное пространство, не всепоглощающее чувство вот собственности, а чтобы у каждого была какая-то своя личная жизнь. Ну, доверие, хорошие отношения. Да вот по-разному можно определить, в зависимости от возраста, от времени проведенного с любимым человеком. Я думаю, любовь – это доверие, это уверенность, внимание, доброта, какие-то приятные чувства. Это забота, когда к тебе человек может прийти в любой момент, там позвонил, сказал, тебе плохо, и он прилетел, там отложился в свои дела. Это то непередаваемое чувство, которое чувствует не один, а именно оба, и это передается, наверное, каждому встречному. В смысле, это как ощущение.